Всем привет, друзья! Приехала я на поле, а здесь не кошено. В это время всегда уже здесь скашивали. Не знаю, может и косить не будут в этом году. Странно. Деревенька здесь раньше была. Никогда не пахалась, только косилась. Природа замечательная. Рядом река проходит возле деревни. Красота, конечно, здесь. На хорошем месте находилась деревня. Как буду ходить, не знаю. Но вот видите, здесь вот трактора проезжали. Кое-где примята трава. Небольшие участки есть земли. В общем, побегаю. Там еще дороги старые. Может, по дороге похожу. Не знаю, посмотрим. Уже был первый сигнал. И, как всегда, признак жизни. Кирпичи, видите. И колечко попалось. В деревнях постоянно чуть больше колечко попадается, чуть меньше. Друзья, я просто обалдела, представляете? После того кольца у меня был сигнал. Сигнал был очень плохой. Можно было его вообще не копать. Сейчас, конечно, я... И то, видите, все моросит на приборе. Наверное, железо мешает. Стала искать свой сигнал. И смотрите, что. Офигеть просто. Слов у меня нет. Смотрите, что у нас... Здесь лежит. Хо-хо-хо-хо. Смотрите, что. Серебро, друзья. Вот это да. Это что у нас? Был какой-то перстень. Странно, почему-то он рассечен весь. Ух ты. За всю жизнь такого я не находила. Обалдеть просто. Сразу видно, что серебро. Ой, как классно. Вот бы целенький. Вообще класс. Рисунок прикольный. Сейчас я здесь еще покопаю. Может быть, продолжение будет. Но почему это так сломано? Но здесь проходит дорога. Возможно, еще он где-то в земле. Какая красота. Пускай даже обломочек перстня. Что за перстень? Каких годов, веков? Подсказывайте, друзья. Ух ты, вот так первая находка. Сейчас я еще покопаю здесь, посмотрим, может быть, продолжение будет. Сигнал, друзья, у меня вообще классный. Еще один. Сейчас откопнула. Думаю, вместе с вами и посмотрим. Но сигнал 83-84. Вообще классный сигнал. Вот это я приехала сегодня. Классно. Первый такой сигнал. И сразу серебро. Бывает же такое. Так, нету. Посмотрим. Но похоже на империю. Сигнал очень хороший. Так. Вроде бы здесь. Ну-ка. Даже не заметила, когда... Оторвала комочек земли. А здесь, смотрите, что у нас торчит. А торчит у нас монета, конечно же. И 100% империя. Ух ты! Ух ты! Какая шикарная монета. Ой. Да, место здесь, конечно, очень старенькое. Я еще от перстня не отошла, друзья. Сейчас вам покажу. Оказывается, там рисунок-то корона. Значит, это еще с царских времен. Сразу не рассмотрела. Потом уже покрутила. Смотрю, корона. Деньга 1749 года. Это у нас императрица Елизавета Петровна. Куда я заехала сегодня? Жалко, что поле не скошено. А так бы мы с вами здесь, думаю, хорошо бы походили. Ну, я здесь сейчас все дороги пройду, все кусочки, где прикатано поле, все здесь обойду по возможности. Вот так нужно было смотреть. Изображена на перстне корона. Значит, носил кто-то в царские времена. Я там все прошла и больше ничего не нашла. Ну, вот как так, видите, разрезано. Еще один сигнал раскапываю. Ну, видите, сигнал... Не очень.
По звуку, конечно, не очень, потому что в глубине. Что-то, наверное, глубоко. Но я уже вообще все копаю. Потому что даже не ожидала, что можно серебро выкопать. Ну, вот видите, 54. Уже нормально. И еще что-то в ямке перебивает. Так, что-то здесь. Ох, сигнал какой. Просто песня. Просто песня. Так, ну и что? Нет ничего. Так, вы видите? Я нет. Ну и что здесь? Я не вижу. Что здесь? Не видно ничего. О, ребята, смотрите. Ух ты, монета. Вот так. Монетка. Эх. Видите, как красивенько. Копеечка. Копеечка еще одна. Представляете? Сигналы все рядом. Здесь раньше стояла высокая трава. Не кошено было. Машинами здесь все прикатано. Поэтому, ох ты. Небольшой участок здесь земли остался небитый, скорее всего. 1897 год. Третий сигнал. Две империи и царский перстенек. Вот это да. Ой, плохущий был сигнал. Но, как я и говорила ранее, что копаю все с подряд. Вообще все хрипучие, все сигналы копаю. Смотрите, какая-то снова прелесть. Какая-то красота попалась с камушком. Сейчас я почищу. Это, наверное... украшение конской упряжи. Клепочка. Богатый кто-то здесь жил. Это, наверное, я говорю, богатый человек. Мог только украсить упряжь такими клепочками. Красота. Земля какая тяжелая, друзья. Вообще, сейчас был сигнал. И очень глубокий сигнал. Вот сколько прямо глубоко так лежало. Я уже думала, большая монета крупная. Видите? Это конина. Украшалочки продолжаются. На этот раз крупная конина. Вышла на дорогу. И сигнал. Сигнал уже этот второй. Сейчас покажу, что было в первом сигнале. Какую-то позолоченную штучку нашла. Может, от иконки что-то было. Кусочек остался. Копать, конечно, здесь. Я на камеру и не копаю, потому что земля дубовая. Просто невозможно. Сначала уж выкапываю. Но здесь слышно, что... Ну, видите, где-то там. Сейчас выкопаю и посмотрим. Да, действительно, лежала не глубоко. Комочек я свой подняла, а здесь конина. Дорога, все, конинка пошла по дорожке. Да, много здесь ее этой конины. Так, сейчас я покажу еще, что нашла. Обломочек. Это, я думаю, что от иконки. Потому что, может, вам и не видно, но позолоченное напыление какое-то. Кусочек остался от иконки. Еще один сигнал. И снова конина. Даже я ее, наверное, разрубила. Потому что глубоко лежала. И трава тем более мешает. Свеженькая. Ладно, разрубила конинку. Еще сигнал я выкопала. Сейчас, конечно, хорошо звучит. До этого плоховато было. Сейчас можно уже с вами искать. Лопата не лезет в такую землю. Плюс еще трава. Так, надо, наверное, разрубить тихонечко.
тихонечко. Так, где-то здесь. Где-то здесь. Да, хорошо звучит. Хоть бы не зря копать под... Ух ты! Ух ты, ух ты! Видите? Точно. Точно монета. Малюська. До этого еще одну выкопала конинку. Что-то я устала копать здесь. Тяжеловато. Это у нас маленькая монетка Полушка, 1769 год, Екатерина II. С этой стороны подзатертая монета, но видно буковка Е и двоечка. Вот так вот, видите, в таких бурьянах хожу. Как нахожу, сама не знаю даже. Вот так хорошо видно. Вот так вот, видите, на солнышке. Немножечко я ее протерла и заблестела. Полушечка. Малюсенькая с накоток монета. Корона. Видите, все видно. Только надо хорошо почистить. А хожу я, смотрите, как в каких бурьянах. Вот здесь вот кто-то проехал. И я здесь по колесу иду. И находятся сигнальчики. А так трава очень высокая. Да, жалко. Не скошено здесь. Сигнал не медный, конечно. 10-13. Вообще какой-то сигнал не очень. Где-то в этом комочке. Так, глина, что ли, здесь. Земля-то. Как глина. Как они здесь жили только на такой земле. Ничего, наверное, кроме травы не росло. Так. Ох ты, смотрите, ребята. Монета. Красивенько лежит, поляживает. Так. Что за монета? Монета 10 копеек. Вот так вот ушла с того места. И советы пошли. Это у нас 10 копеечек 1953 года. Да, такие монеты здесь тоже должны быть, потому что деревня просуществовала до 70-х годов приблизительно. Монеток что-то нет, а конинки много. Можно уже свою конскую упряжь украшать. Хорошо звенело. Зелененькая конина. Сколько же ее здесь? Ужас. Ой, сейчас вам покажу, что-то интересненькое нашла. Все уже заровняла. То что-то где-то там гудят машины. Может, сюда, в мою сторону кто-то едет. Не знаю, думаю, надо закопать. Думала, какая-то ржавчина. Это какая-то, друзья, пуговица. Непростая. Что-то там очень интересненькое нарисовано. Такая здоровенная пуговица. Что-то интересное. Надо быстренько почистить и вам показать. Вы такое видели, что пуговица была? Смотрите, окно открыто и девушка сидит. Вообще, как интересно. Подсказывайте, кто знает, что можете сказать по этому поводу. Кто-нибудь такое находил? Открытое окно, шторки и девушка сидит. Сейчас еще поближе. Ну, похоже на пуговицу. Что это? Здесь вот, видите, заржавело. Я уж не буду чистить, потому что сломаю. Заржавело. Ну, вообще, просто чудо. Удачный такой коп. Необычные находки. Это вообще здорово. Хм. Пуговица. Такая интересная, объемная, как будто, да, действительно, открытое окно. Спустилась под горку сюда. Думаю, здесь еще похожу. Может, кто-то... Крутой спуск, может, кто-то что-то и потерял. Ну, видите, советик. Весь в окислах. Не знаю, каких годов, все в окислах. Вот такая монета, видите.
сосеночки растут в рядочек. И я вот здесь хожу под соснами. Трава здесь невысокая, можно побегать. Видите? Иду по дороге и пулю нашла. Сигнал был тоже не ахти. Глубоковато все лежит как-то. Так, покажу вам. И оставлю, выброшу ее под гору. 81. Или крупное железо, или это у нас монета. И причем большая. Не будем заранее, потому что бывает все наоборот. Уж думаю, очень хороший сигнал, надо копать с вами. Хоть неудобно. Земля вся прикатана машинами. Хороший сигнал. Ну, хоть бы, да? Так. Ой, видите что? Вот вам и монета. Эх ты, медяха какая-то. Крупная медяха. Обрадовалась раньше времени. Видите? Конечно, медь такая. Как крупная монета. Звенела. Эх, жаль. Это называется облом. Рядом снова сигнал. Это у нас гильза. Все с войны пошло. Поужинал сейчас. И снова в поиске. Немного походишь на свежем воздухе и кушать сразу хочется. Как будто уже день работал. Четко 44-46. За сигнал. Сигнал не такой высокий. Может быть, даже советская монета. Ох, мураши потревожила. Смотрите, забегали. Муравейник сделали на дороге прямо. Так, что здесь? О, смотрите. Смотрите, что-то нашли. Что это у нас такое? Что такое у нас? Ой, мураши по руке забегали. Надо маленько отойти, а то они меня искусают. Мураши эти. Это у нас конинка. Клеймо ЕГЭ. Евгений Григорьевич. Птички так хорошо поют. Время уже 7 часов. День был, птицы не пели. Сейчас вечер и птички. Песенки запели вечером. Хорошо поют. А у нас хороший сигнал. Тридцать семь сорок один. Ужас. Невозможно копать. Трава мешает. Да, что-то не глубоко. Так, видите, какая сложность. Так. Еще не оторвать. Где-то здесь. В этом комочке. Вот, видите, отрываю. Все где-то здесь. О, нормально. Хорошо я отрываю. Как так? Двоечок.
Ищу, ищу, он сбоку прилип. Ищу, маюсь. 2 копейки, 1926 год. Хорошая монета. Советские монеты здесь пошли. Хороший мне там уголок достался. Там одна империя была, здесь советы. Но там никак не походить. Там дальше все травой заросшие поля. Покосы. Ну вот если скосят, обязательно сюда еще вернусь. Место даже очень интересное. Находок, наверное, еще будет много. Но надо подождать. Будем надеяться, что выкосят. Так, ну ладно. Ищем дальше. Хотела еще показать. Ходячку я уже не снимала. Зачем она? Думаю, что будет. Потом все вместе покажу. Вот видите, еще красивая конинка попалась. 2 копейки. Ходячки. Какой год? 98-й. Вот так. Просто прекрасное место. Очень интересно ходить. Хожу, где ездили машины. Такие большие колеса. Техника какая-то большая здесь ходила. Заготавливает лес. Вся дорога дальше разбита. В колеях. Шли дожди. Они вывозят лес. Плохую погоду. И всю дорогу разбили. О, хороший сигнал. 52. Где наш сигнал? О, вот он. Видите, как монета. Ну, я и думаю, что не империя. Ох ты, хорошая какая. Здесь как песочек. Земля. Такая монетка хорошая, 30-го года. Потрешь и сразу блестит. Как золотая, где империя? Такое было хорошее начало. Ушла с того места. И все. На дороге такого ничего нет. Эх, конина и советские монеты. Жалко. Я думаю, что уже собрали все здесь. Место хорошее. Поисковиков, наверное, здесь было уже очень много. Я уже последние, наверное, остатки тут собираю. Что осталось? Классный пятак. Хорошая моя дорога закончилась. Смотрите, буксовали даже там. Дорога вся разбита техникой. Вообще такие колеи, кто после них здесь проедет. Это ужас просто. Дальше немного пройду до лужи и пойду обратно. Все заросло. И воды почему-то нет. Все пересохло здесь. В этом году вода небольшая. Все засохло везде. И трава не наросла. Плохо. Будут, наверное, косить ближе к сентябрю. Ждут, когда еще подрастет травка. Раньше в это время уже тюки лежали на полях. Когда-то была здесь большая река, сейчас уже болото просто осталось. Солнышко садится, и мошка поднялась. Не взяла я с собой сегодня мазь от мошек, от комаров. Заели, заклевали мне все глаза. Невозможно. Буду заканчивать, друзья. Пока еще светло. До дома еще долго ехать. 1,5 часа. Дорога здесь не очень. Поэтому надо выбираться, пока светло. И так хорошо походила. Жалко, не скошена. Приеду позднее. В конце августа, думаю, приеду. Еще здесь похожу. Да, конечно, вот этот перстень меня вообще порадовал. Потемнел уже, видите? А был такой блестючий. Серебро. Вообще я сегодня довольна. Пускай у меня сегодня не так много империи, но зато какая. И хотела еще показать сапуточку. Видите, ключик вставляли, где деньги лежат, золото, бриллианты. То, что осталось, молоточек сегодня нашла. Накладочка, колечки, проволока. Ну, в общем, как-то так. И вот гильзы.
гильзы. Так просто показать. Надо их к дереву сейчас положу. Коп удался, мне понравилось. Настроение огонь. Поеду сейчас довольная домой. Не забывайте подписываться на мой канал в поисках клада с Дашей, нажимать на колокольчик, а также желающие могут подписаться на мой второй канал. Ссылочка будет в описании под видео, а также ссылка на прибор Rutus Argo будет в описании под видео. Смотрите, переходите, заказывайте. Всем пока, друзья! Удачи! До новых встреч!